Пусть в яблоках. Сантиметров 60. Тяжеленькие. Это бутылочная. Одна. Вторая. Третья. Одну мы съели вкусную. И вот еще одна, которую еще можно, наверное, съесть. Шли арбузики. Подарок Северу. Гибрид. Если я не перепутала. А вот такой же, но привитый. Раза в два больше. Это просто арбузики из семян подаренных. И тыквы колхозницы. Я их так называю. Один арбузик тут был, мы уже съели. Вкусный. Это называется сибирские огни. Маленькие темно-зелененькие арбузики. Вот, три штучки. И тыквы под ними Лада. Что-то пока они меня не впечатляют размерами. Не растут. Привитые на тыкву дыни. Это молодой арбузик завязался. А тут где-то есть сахарный малыш. Наверное, вот это. Они похожие. Сибирские огни и сахарный малыш. А это просто из подаренных семян. Вполне нормально. Это килограмм уже на два. Пару арбузиков. На этом почему-то нет арбузиков. Ну, вон там пытается цвести. Где-то он пытается, вот. Пытается стать арбузиком, если удастся его увидеть.